Готовить ребенка к тому, что он пойдет в детский сад, нужно заранее, говорят психологи. Привести его в группу и на площадку, познакомиться с хорошим настроением. Показать, что здесь есть интересного, сформировать доверие к новому месту, воспитателю, коллективу. Главное, что важно знать малышу, здесь безопасно. И после детского сада тебя обязательно заберут домой. Чтобы ребенок в саду не скучал, обычно ему с собой дают какую-нибудь игрушку или вещицу из дома. Например, оставлять с ребенком мамину вещь в детском саду. Это могут быть абсолютно разные штучки. Но, конечно, не опасные для других детей и не пищевые продукты, потому что это запрещено. Когда ребенка приводят в детский сад, то момент прощания должен быть максимально коротким. Конечно, важно, чтобы приводила в детский сад ребенка мама, потому что чаще всего это наиболее близкий для ребенка человек. Но если смотреть с другой стороны, чтобы сократить время прощания, то это может быть папа. То есть ребенку легче отпустить будет папу на работу, чем маму. Но забирать желательно ребенка из детского сада все-таки маме. И процесс собирания, ухода из детского сада нужно растянуть на подольше. То есть это должны быть приятные моменты. На момент поступления в детский сад у ребенка должны быть сформированы навыки самообслуживания. А именно, он должен уметь кушать, уметь одеваться и должен быть приучен к горшку. Это обязательно, чтобы ребенок чувствовал себя достаточно комфортно. Примерно на протяжении полутора, двух, трех, может быть, месяцев ребенок будет все равно капризничать, скучать, плакать, недомогать, может быть, часто болеть. Не волнуйтесь, это нормально.